Приветствую вас. Вы знаете, есть у меня такое подозрение, что не совсем вы занимаетесь собой. Есть у меня такое подозрение, что не совсем вы осознали какие-то вещи, потому что если бы осознали какие-то вещи, я думаю, что ну, не возникало бы у вас подобных вопросов, вот, потому что вы бы понимали, что ваша жена, она может вернется, может быть нет, только то история скорее про вероятности. Эта история скорее именно про вероятность, не про гарантию какую-то, понимаете? Вот. И когда вы, к примеру, хотите, чтобы, вот когда вы говорите, что мне сделать, да, что мне сделать, чтобы я вернулся, да, это вот, к сожалению, не самая лучшая история для вас. Потому что вы, ну, вводите себя волей-неволей в такое вот опять зависимое состояние, да? Когда то, что вы делаете, вы можете делать не для себя, а для, ну, к примеру, своей жены. Вот. И это на самом деле очень... ну, очень нехорошо для отношений, потому что ваша жена, она, ну, объективно, она может не вернуться, как я уже сказал. Вот. И вопрос в том, на самом деле, почему и для чего вы хотите вернуть, что вы любите, вы, наверное, понимаете в таком случае, что она хочет быть счастливой, что она имеет право быть счастливой. И она может не хотеть быть с вами. Вот. Поэтому здесь вопрос, он вот, наверное, все-таки вот больше об этом, да, о том, значит, о том, что чего вы действительно хотите, понимаете, какая штука, вот, так что, я думаю, что примерно в таком ключе вам можно ответить на вопрос, вот. значит, что касается того, что вы делаете для себя, то это супер. Вы молодец. Вот. Но вопрос заключается в том, насколько искренне вы это все делаете для себя, а не для своей жены. Все. Вот. Потому что вы хотите ее вернуть. Вот.
Кроме того, вы совершенно не случайно направились в наркотики. Вот, у этого есть причина. Вот. И эти причины нужно разобрать. Почему вы стали курить траву? Вот. Что вас на это сподвигло? Разберемся с этим. Я думаю, что будет куда проще понять вас и понять, собственно, что вы можете, ну, что вы можете сделать в этой ситуации. Как вы можете подкорректировать свое поведение, да? Вот. Как вы можете более полно себя реализовать, чтобы все-таки не нуждаться в своей жизни так сильно, как сейчас. Вы в ней нуждаетесь. Вот. Кто знает, может быть, разобрав причины того, почему вы начинали курить, почему вы так себя вели. Да, ведь это же было системное поведение. Вот. Оно ж так просто не ушло. Вот. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего желаю вам всего самого доброго и удачи.